Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем смотреть. 24 часа мама говорит только да. Так прикольно получилось. Итак, давайте начнем смотреть. Стих. Как я вместо тебя его выучу? Мам, мне только попить хочется. Сейчас я посмотрю, за что проголосовали подписчики. За Несквик или за чай? Большинство из вас проголосовало за Несквик. Мам, я хочу Несквик. Несквик можно удовольствовать. Ну, возьми. Что же делать? Опять придется идти в магазин? Ладно, ты учи стих, а я быстренько за Несквиком в магазин сбегу. Как странный сегодня какой-то день, Маша постоянно заказывает то, чего нету дома. И сейчас заказала Несквик. Я третий раз уже иду в магазин. Не могла она мне сразу написать список, что ей надо. О, вот и Несквик. Отлично, хорошо, что я его сразу нашла. Отлично, что я его нашла. Все, иду оплачу. Оплачиваю и делаю ребеночку теплое какао. Мне кажется, так часто в магазин вообще никто не ходит. Третий раз за день ходила в магазин, причем купила один Несквик. Машунь, на, держи свой Несквик. Ты же стишок выучил? Да. Пробуй, какой тепленький, вкусный. Ну как? На здоровье, малыш. Так, что скучно за этой книжкой сидеть? О, я хочу порисовать. Давайте посмотрим, за что вы проголосовали. Звать маму через каждую секунду или нет? И вы проголосовали, чтобы звать. Пошли рисовать. О, как раз мне в школьном альбоме нужно сделать какой-то рисунок. А у меня зеленый фломастер не пишет. И думаешь, как не пишет? Ну, не пишет. А, вот тебе зеленый, на, такой подойдет? Да. Свой желтый карандашик как новенький. А где мой красный? Мама, я не могу найти красный карандаш. Так, где тут твои все карандаши? Почему ты не можешь найти красный? Вот, на, я тебе нашла красный. Пользуйся. Спасибо. Какой-то диван, мне кажется, странный. Я лучше стоя телевизор посмотрю. Все, картина окончена. Можно пойти отдыхать. Так, что бы еще у мамы попросить такое? Пока она говорит 24 часа, только да. Сникерс или Баунти? Посмотрим. Опять. Но Сникерс я тоже люблю. Мам! Что, Маша? Можешь мне Сникерс принести? Сникерс? Маш, я же тебе купила конфетки, о которых ты просила. Орео может тебе принести. Может тебе еще Несквик принести. Хочу Сникерс. Только Сникерс. Но у нас дома нет Сникерса. Ну, пойди купи. Четвертый раз в магазин? Ты точно хочешь Сникерс? Ладно, собираюсь в магазин. Так, наконец-то я нашла Сникерс. Все, бегу домой. Я сегодня бью все рекорды. Четвертый раз ходила в магазин и купила один Сникерс. Фух. На, мой ребеночек, тебе Сникерс твой заказанный. Спасибо.
Я надеюсь, он тебя вылечит лучше всякой таблетки. Приятного аппетита. Спасибо. Так, день уже подходит к концу. Пора ложиться спать. Но у меня такая неудобная постель. И я у вас спросила, как попросить маму перестелить постель или просто поправить подушки. И большинство из вас проголосовало, что перестелить постель. Вот это да. Я не ожидала такого поворота. Я думала, что мама мне просто подушки поправит. Мама сейчас реально подумает, что я над ней издеваюсь. Она же не знает, что подписчики управляют ее жизнью. Мама! Что, Машенька? Перестели постель. Что? Перестели постель. Ты что, издеваешься, что ли? Она неудобная. Как неудобно? Давай я тебе подушки просто поправлю. Может, у тебя подушки примялись? Нет, мне нужно перестелить постель. Маш, ты себя хорошо чувствуешь? Да. Вроде температуры нет, не горячая. Все нормально. Ты просто хочешь, чтобы у тебя была новая красивая постелька? Что-то я по твоим глазам смотрю, что что-то тут не то. Не смотри в глаза. Ладно, иду перестелю тебе постельку. Я встаю. Мама не рада. Вы не угодили маме. Так, Машунь, ну как тебе новая постелька? Тебе на ней удобно? Ну давай, ты лежи, отдыхай, а я пойду тоже прилягу, что у меня вообще уже сил за этот день нет. О, боже мой, как я за сегодняшний день устала! Мама! Мама! Ты что, меня не слышишь? Мама, можешь меня укрыть? Спи, моя любимая мамочка, спокойной ночи. Ну вот мама уже и уснула. И всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк. Если мы наберем 20 тысяч лайков, то тогда мы снимем продолжение. Но только я буду 24 часа говорить только да. А сейчас, если мы наберем 20 тысяч лайков, то тогда мы снимем продолжение. Но только я буду 24 часа говорить только да. А сейчас я вам передам приветики. Я не верю. То, что это прикольно, мне нравится. Я думаю... Так, подождите. А хотя... Я думаю, можно на этом закончить. Если вам понравилось это видео, лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!